А вот мы приехали во Франции к Жанне Исправниковой. А вот можете сюда пойти, только собачку не бойтесь, она может сейчас залаять. Да, она на чужих лает. Добрый день. Привет. Молодец, молодец. Машина где? То здесь она стоит нормально? Да. Можете к нам прибыть поближе? Я живу там, в этих домах. А там есть машина? Потому что голубая — это временная стоянка. Так, это сестра во Христе живет на востоке Франции, недалеко от города Меца. Меца. Это недалеко от границы с Германией. От Парижа около 300 с лишним километров. Вот, она встретила нас. Мы в России, переводи давай. Жанна, это родные вещи. Батюшка, как звать отец? Беволдай, Андрей. 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 У нас знакомый католический священник Анжей. Ils ont, ils connaissent un prêtre catholique aussi, polonais. Oui. Il s'appelle Anjé. Anjé, это Андрей. А Мест? Нет, где? Это были в Томске, там католические. Вы католики? Вот, да. Постоянно похоже. Запомнить мне легче, как будет. Так, вот есть ли у него какие-то вопросы к нам? Est-ce que vous avez des questions? Qui ils sont? Кто вы? Откуда вы? Вы из Сибири. Я из Сибири. Алтайский край. Алтай. Алтайский край. Вот. Я в Октябре. Près de Новосибирск и южнее, к югу. От Новосибирска до 230 километров. Монголия, Казахстан. От Новосибирска 230 километров южнее. Donc c'est 200, Монголии. 200 километров до Новосибирска, mm-hmm. Сюд. Так. Мне 75 лет. Я 75 лет. 10 июня. Вот, 10 июня. Вот. Я с детства верующий. Я родился в беспоповской старообрядческой семье. Но меня Бог избрал. Отец у нас без руки был с фронта. И нас в семье было 10 ребятишек, 5 сыновей, 5 дочерей. А я был избран Богом. Это я уже знал. Меня все время Бог побуждал на молитву уходить. 5 лет. И очень рано узнал грамоту. Считать стал. До 5 лет я уже газеты читал. И у матери доставал божественные книги, псалтырь. И заучивал наизусть. После службы в армии Après le service militaire, я очень искал Бога всегда. Je cherchais Dieu. Это еще было в службу в армии, в армии. Я посмотрел фильм Виктора Гюго «Ле Мизерабль». Там Жан Вальжан в роли Жана Габена. И вот когда он больной, Quand il était malade, Мариус и Казетта приходят к нему. Marius et Cosette viennent. И говорят: отец, как много ты страдал. А он говорит, и показано распятие Иисуса Христа через весь экран. С угла на угол. Добрый день. Игнатий из Барнаула. Спасибо, Христос. Good evening. Фабрис. Там у нас еще Николай и Виктор. Вот. А он говорит: вот он. Donc il dit devant la crucifixion. Великий страдалец. C'est lui le plus grand qui a souffert le plus. Я в армии этот фильм посмотрел. Quand j'ai vu ce film dans l'armée, для людей он Он неинтересный был для солдат. Там парижская коммуна. Il n'était pas intéressant pour les soldats. Но он там говорит: не было ли другой цели, как спасти не жизнь, но душу? Il n'y avait pas d'autre but pour sauver l'âme, non pas la vie, mais l'âme. Когда другого арестовали вместо него.
Quand on a arrêté un autre à la place de... Я его посмотрел до 7 раз этот фильм. Я regardé 7 fois. Так что Франция для меня была как бы духовным началом поиска. Mon début spirituel. Я никогда не думал, что буду здесь. Je ne pensais jamais être ici. Далее уже после армии в 23 года. Après l'armée à 23 ans. Я тут сказать нужно такое. Я любил старушек. J'aime bien les vieilles. Потому что помочь им надо все. Нас так отец воспитал, C'est son père qui l'a élevé. И одна бабушка несла сумки. Une grand-mère portait des sacs. Это город Венспас, Латвия. C'est en Lituanie. В это время я учился в мореходном училище. J'étais dans une école. Здоровье, я крепкий, изучаю разные языки. Il était en bonne santé, il apprenait beaucoup de langues. Я занимался английским, немецким, французским, испанским самостоятельно. Tout seul, il apprenait les langues. И в это время бабушке, когда я подносил сумки одной, и спросил, есть ли тут верующие. À ce moment-là, quand il a aidé la grand-mère, il a demandé, est-ce qu'il y a des croyants? Она показала молитвенный дом. Elle a montré la maison des baptistes. Я зашел, и я не понимаю, что они говорят. Я уже на латышском языке разговаривал, а этих слов не знаю, блаженные, нищие. Я entré, mais il comprenait pas le vocabulaire religieux qu'ils disaient dans les prières. Они меня перевели в русскую, показать. Ils m'ont conduit dans une maison russe. Но я и там не понимаю. Et là-bas non plus, ils comprenaient pas. И они пригласили меня к себе домой. Ils l'ont invité chez eux. Михаил и Анна Еремеева. И положили передо мною книгу Новый Завет. Ils ont mis devant lui le Nouveau Testament. Я стал листать ее. J'ai commencé à le feuilleter. Я увидел, что там Рождество Иисуса Христа было так. Il a vu sur le... Я стал записывать. А дальше вижу, записывать нельзя, потому что все божественное. Когда пригласили молиться, сказали, просите, что вам надо. Они сказали, ну, молиться стали когда? Ну они как, сектанты там, 50-ти. А я кланяюсь, как есть. И они говорят, просите своими словами. А я считаю, Богородица, Дева, радуйся, достойна есть всякого истины. Я не знаю где-то. Вот. Чего просить? У меня грамота есть. Здоровье есть. Деньги есть. Но меня Бог хранил. Я не знал женщин. Я ни одного слова матершинного не сказал. Я страх имел, страх перед Богом. И я понял, у меня нет веры, что написано в Библии. Donc je n'ai pas la foi ce qui est écrit dans le livre. Я сказал, Господи, дай мне веру, что написано. Seigneur, donne-moi la foi. И у меня как бы я не слышал, как голос пошел, верю, верю. Il a ressenti quelque part l'intérieur. И мне показалось, что когда рюкзак несет турист, снять рюкзак, он качнется. Я даже казалось, качнулся вот так. Такая с меня тяжесть как бы снята была. C'est comme si un poids lourd s'est descendu. C'est enlevé. Это было 27 сентября 62 года. Это мое духовное рождение. Тогда был Жан Габен живой, и я ему написал письмо. Вы для меня как духовный отец, который толкнули меня. Но письмо не дошло, и оно советская власть, советское время было. La lettre n'a pas atteint le destin. Это было мое духовное рождение. Я родился свыше. Donc il est né de là-haut. Я явился на корабль и сразу стал говорить о Боге, что Христос умер за нас. Мы живем неправильно. Dès qu'il est revenu sur le bateau, il a dit: «Le Christ est mort pour nous. On ne vit pas de manière juste». Я в это время добивался сдать экзамены 3 курса за год. Donc il voulait passer les examens. Все предметы по-немецки, по-английски или по-французски. С выходом за границу я уйду, мне советская власть не нужна. Но Господь сказал теперь, я с детства хотел быть террористом, отомстить коммунистам, за что они сделали с моей родиной. Il rêvait dès l'enfance de devenir terroriste pour se venger des communistes. Вот как у Савла было. Савл шел гнать, а Господь сказал, теперь тебя будут гнать. Donc comme le Seigneur a dit à Saül, maintenant c'est toi qui va être... C'est toi qu'on va pourchasser. Я первый в Советском Союзе распространил архипелаг ГУЛАГ. Я его насчитал на пленке и тысячи экземпляров по всей стране. Il a fait des livres audio de l'archipel ГУЛАГ, donc il a répandu dans toute l'Union soviétique. Первые главы в журнале появятся только через 10 лет.
Donc que dans 10 ans, les premières chapitres, les premiers. Советская власть меня арестовала, я прошел 5 тюрем. Il a connu comment s'appelle? На пленке я насчитал, на кассету, когда Солженицына. А вы знали Солженицына? Лично нет, он когда проезжал, в это время я был в деревне. Но у меня это в обвинении было. Этого, дескать, нельзя было делать. Меня посадили, я отбывал. В 1987 году я освободился. Только. Это Господь так сделал, это от Бога было. Теперь я это понимаю. И вот после этого я стал излагать, я проповедник. И издал 38 книг. Вон они лежат. Вон они лежат у нее. Покажите, возьмите несколько книг. Зеленую какую-нибудь там, показать. Зеленую, покажи. И там красные, которые принесите, тоже показать. Это мои книги, я Игнатий Лапкин. Вот. А это вот три тома Нового Завета. С полным толкованием. С откровением вместе. Это три тома. Это патриарху подарено, епископам. Мы сами раскрасили Гюстава Доре. Смотрите как. Гюстава Доре, это мы ее раскрасили. Вот такой. 240 картин. 240 имаж. Ну, конечно, по-русски. И здесь же опровержение всяких сектантских толкований. Donc c'est en fait il coupe tous les dérives sectaires, si vous voulez. Эти книги, мы вот, это как бы наша, моя биография здесь. Даже есть такое, я арестованный, сейчас я покажу. Вот я арестованный, иду, меня ведут, вот, солдаты. Это цветы летят, объясните. В 86-й год, уже перестройка шла, Горбачев. Это вот эти вот четыре книги, которые мы называем, это в библиотеке Путина видели. На библиотеке до Путина. И мы сейчас едем по странам. В прошлом году мы 15 стран прошли. И 6 мусульманских республик. 6 республик мусульман. И везде библиотеки я дарю эти книги. Partout dans les bibliothèques, ils offrent ces livres. Мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч за 2 года. Ils ont offert 150 000 livres. Проехали 80 тысяч километров. 80 000 километров. Ну а нынче вот у нас путь такой, мы сейчас в Португалии были. Ils ont été en Portugal. Прошли Турцию. Ils ont fait la Turquie. Грецию, Италию и так дальше. И в каждую библиотеку мы дали в эти книги. Вот сейчас оставляю у Жанны для Англии, Шотландии и Ирландии. Maintenant ils me laissent pour que ceux de l'Angleterre viennent chercher. Ils sont allés pour les. Ils ont pas ouvert les visas. Et quelqu'un va venir d'Angleterre chez toi? Oui. Oui. Tu as déjà l'adresse? C'est celui qui m'a donné mon adresse. D'accord. Mais l'adresse en Angleterre tu as? Non, non, c'est eux qui vont venir en fait. Oui. Вот это Жанне подарок. Еще сейчас оставим 4 экземпляра. Это quelqu'un, un Baptiste, en fait, avec qui il est en contact. Il voulait les recevoir, mais le visa n'a pas été donné. Одна книга у меня написана о мусульманах Коран. По сурам аятам я разбираю. Un livre, en fait, il a décomposé tout le Coran. Хранение Библии, как это? Enfin, il a mis à côté les citations de la Bible pour vraiment mettre en évidence avec la Bible. Это учебники. Три книги. Это об евреях. Талмуд. Trois livres où il décompose le Talmud juif. И что за 3600 лет об евреях было сказано? Et tout ce qui a été dit sur le peuple juif. Отдельная книга. Это 300 поэтов России. 300 поэтов de Russie. За 300 лет. Sur 300. Что сказали по определенной теме? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur un thème? 26-й том, он там лежит где-то. Вот. Кто мы и зачем мы поехали? Voilà qui nous sommes et pourquoi nous voyageons. Много людей уже сообщают, но я миссионер. В моем доме пришли сектанты. Dans sa maison, il y a eu des sectants, des sectes. И стали православные батюшки. Ils sont devenus prêtres orthodoxes. Сотрудник КГБ офицер обратился. Même un officier KGB s'est converti. Des prêtres. Меннонит, тот, который сейчас есть, он немец. Он принял православие, теперь он настоятель. И магистр богословия. Меннонит, теологиан.
То есть из адвентистов, пятидесятников, ну, я проповедую, люди приходят, они видят, православие – это красота. Ils voient la beauté de l'orthodoxie. Это полнота. Это целомудрие. C'est la chasteté. Вот с этой целью мы едем, дарим книги. Avec ce but-là, on voyage, on offre les livres. В этих книгах 1300 моих проповедей. Dans ces livres, il y a 1300 проповедей моих, которые я говорю во время богослужения. 1300 омелий, qui me dit durant les offices. Des homélies de qui? Да, я чтец. Ces homélies. Я чтец. Oui, en fait, il est... Брат у меня протоиерей, 35 лет. Брат, son frère, il est protosvite. Протоиерей. Старший протоиерей. Его звать Иоахим, как отца в Богородице. Мой родной брат. Вот. Ну вот мы с этой целью едем. Уж как удастся. Вот она знакома Валентинова. Мы друзья с ней в интернете. Новые люди, которые в интернет к нам заходят, новые personnes qui viennent, qui le connaissent par internet, они сектантство оставляют и делаются православными. Я не говорю, что сектанты плохие, они очень хорошие. Они во многом лучше нас. Но у них нет священства. Поэтому нет таинства. Нет литургии. И мы им это показываем. Et nous, on leur montre ça. И Бог им это открывает. Повторяю, они очень хорошие люди. Они любят Библию. Ils aiment la Bible. Mais, donc, en Russie, là où ils sont, quand ils convertissent des gens, ils les envoient dans les églises. Oui, люди обращаются у вас, вы посылаете их в церковь. Церковь, все везде. Где вот мы ездим, вот я 52 года, всех до одного направляем в храм Московской Патриархии. Pendant 52 ans qu'il prêche, il envoie tous les gens dans le Patriarcat de Moscou. Мы идем в каждый дом, в селение, пошли все, в каждый дом. И дарим Евангелие. Ils offrent l'Évangile. И говорим. В 3 часа собрание будет на стадионе или в клубе. С разрешения администрации. Кто приходит, им дарим Новое Завет. Если там храма нет, мы им говорим, где архиереи находятся, патриархии. Чтобы они добивались разрешения храм построить. Ils puissent avoir l'autorisation de construire une église chez eux. Наша работа, она не на стороне, она в церкви. Notre travail se trouve dans l'église. Мы несем мир. Мир. Вот у нас хорошие отношения с мусульманами. On a des très bonnes relations avec les musulmans. Есть такой ролик, там уже даже видела я в доме мусульманина мулы. Il s'est arrêté chez un moulin à Azerbaïdjan. Беседуем. Людям нужен Христос. Les gens ont besoin du Christ. Они не знают Спасителя. Ils ne connaissent pas le Sauveur. Многие из них очень хорошие. Я с такими переписываюсь. Beaucoup d'entre eux sont très bons. А кто, если не я? Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте. Dieu a dit, allez partout dans le monde et prêchez. И мы идем. Et nous, и вот Бог нашел друзей, где остановиться. Теперь дальше в Германию едем. Et Dieu leur a donné les amis où s'arrêter. Дальше мы из Германии быстро переселяемся в Данию. De l'Allemagne, ils vont à Danemark. Дальше Норвегия, Норвегия, Швеция, и дальше Финляндия, Финляндия. Потом мы там выступаем, людей уже собирает игумен Никита. Игумен, qui réunit les gens déjà pour la rencontre. От патриархии московской. Москву, патриархат Москву. Вот. Переплываем в Эстонию. Ils vont en Lituanie, en par bateau. Латвию. Литвию. Литву. А Эстонии, Литвании. А потом снова набираем книги. Это у нас в Калужской области. Ils ont un stock de livres à Kalouga. 3800 килограмм мы туда контейнером отправили. 3 тонны 800 килограмм. 3 тонны 800 килограмм de livres. Опять загружаемся. À nouveau, on recharge. И уходим на север, на север. Et on va vers le nord de Мурманск. Мурманск. Баренцево море. Мурманск.
Мурманск. Мурманск. Мурманск. Да, туда, в библиотеке. И где можно, мы там беседуем. Так ведь я убрал, который лишний здесь. Да, да. Чтобы все равно все где пошло. Мне не нужно, там все убираю. Ну, сайт. Oui, сайт, c'est la place. Oui, c'est comme, ça se prononce presque comme en anglais. Voilà, c'est ça. Oui, сайт. Это Сергей составил нам этот болящий. En fait, ils ont un ami qui est paralysé, qui est dans un lit, qui a eu un accident, puis qui est dans un lit depuis 12 ans. 12 лет лежит парализован. Иконописец первый в интернете на первом месте стоит. Иконы пишет. У него состав вот это как движется, так вот так вот. И вот так вот лежит все выгнуто. И иконы мусофор, он отсюда иконы заказывает. Он ли команд из иконы. Это он помог так составить красиво. Спасибо. Слава Иисусу. Мерси. Так Господь все устроил. Он. Спросите, за кого он считает Распутина Григория Тимовича? Qu'est-ce que vous pensez de Распутин? Je n'ai pas pour moi Распутин n'est pas du tout un saint homme, mais c'est je pense que c'est un charlatan. Non, не святой человек, я не. Какой? Он шарлатан, не святой. Не святой, да? И il a fait beaucoup de mal à la famille impériale. Он много сделал зла царской семье. Да. C'est pas son avis? А je sais pas. Это ваше мнение, он говорит? Мое мнение, это ведь меньше всего тут может значить. Дело в том, что когда он начал делать мобилизацию, царь... En fait, il dit son avis, il compte pas, mais... Quand le tsar a commencé à mobiliser, там Вильгельм, брат царицы Александры, говорил, не делай. Lui a dit, ne fais pas ça. А Распутин лежал в это время, ему ножом его чуть не зарезали. Dans ce temps-là, Распутин était dans l'hôpital. И он писал, папа, не делай этого, погибнешь ты и дом твой. Il écrivait, père, ne fais pas ça, tu mourras et ta maison aussi. Распутин – это самая оболганная личность 20-го столетия. Это масоны все сделали. Оболганная, самая оболганная личность. Лгать, оболгать. Оболгали, оболгали. Они через него расшатывали царский трон. И он должен был отойти, но ему одному было открыто. Он говорит, если... в этом будут убийстве участвовать особо царские, его убьют, то рухнет весь царский дом. Это пророчество великое, и оно исполнилось. И исцеление царского сына, гомофилия, только он единственно мог остановить. Гомофилия. Кровь. И что на него говорили? Который, что он гуляет, там женщины, шарлатан. Это все царь проверял, ничего ни разу не подтвердилось. Donc, tout ce qu'on a dit sur lui, sur sa vie, en fait, ça, ça s'est jamais... Под него другие люди специально там делали, и все это делали. За ним не было ничего. Il n'avait rien de tout ça chez lui. Он был глубоко верующий человек. C'était un homme croyant. Он любил паломничать. И поэтому на него, ни на того человека, столько не лгали. C'est pour ça, en fait, c'est parce qu'il aimait voyager qu'il y avait la diffamation. У него хорошее выражение было, когда поехал в город. И говорили, поедешь в город, ты развратишься. А он вот так поднимал, говорит, а Бог? Il avait une expression. Lui disait, tu vas aller en ville et tu vas tomber dans la débauche de la ville. Il dit, mais Dieu. Il levait son doigt, il disait, mais Dieu. И Господь хранил его. За ним проверяли временное правительство, комиссия. La commission. И ничего не нашли. La commission l'a analysé, ils n'ont rien trouvé. Ni одного обвинения не подтвердилось. Il n'y a pas une seule attaque, mais c'est vraiment approuvé. Это сегодня уже все открыто, даже и враги это понимают. Aujourd'hui, les gens comprennent. Вот так.
Если это одиозно, односторонняя пропаганда. Он говорит, вы так думаете, это ваше. Не, ну, о том, что он говорил, это пишут даже в советские уже не что-то. Это не друзья. Ну, это не важно, спросили, поэтому ответили. Мы любим Господа, и Он хранитель наш. Он aime le Seigneur, et nous garde. Voilà, c'est ça le plus important. Говорит, самое важное. Да, конечно. Я спрашивал многих людей, как, ну, Александр Менин, он говорит, знает, и других. Почему царь дружил с таким человеком, как Распутин? Donc il a demandé à Alexandre Mine, aux autres, pourquoi le tsar était ami avec une telle personne. Le tsar, c'est pas le tsar qui était ami, c'est la tsarine. Он говорит, это царица подружила. Ну, царица правильно, что царица, но ведь и царь прислушивался. Сегодня дневники царя опубликованы. Мы были в Покровском, где жил Распутин. И там слова царя. Мы переграли здесь лошадей, когда его ссылали туда. И когда еще он был живой, ему говорили, зачем ты его Распутина в дом пускаешь? Мне не как царя сегодня опубликовано. Какое им дело до личной жизни? Царь искал людей, близких к народу, которые не были бы запятнаны обычными большими грехами. Le tsar cherchait des gens qui étaient proches du peuple et qui n'étaient pas salis par les grands péchés. И поэтому он нашел такого человека, через которого он получал, что хотел. Слышал откровение. Il a trouvé une personne comme ça. Да. Я не мог этого знать, пока не узнал. Вот все дневники стали печатать, и все это открылось. Сегодня их печатают открыто. Donc c'est après avoir lu les journaux du tsar qu'il a su. Царь его любил, доверял ему. Il dit que le tsar avait confiance en lui, il est mieux. Bon, c'est son avis. Mais c'est pas c'est pas une question de foi. Il y a assez de saints qui sont incontestables pour qu'on n'ait pas besoin de personnages qui sont contestables. Ah, on говорит, что у нас достаточно святых, которые проверенные, как святые, чтобы добавлять еще. Понятно. Ну, просто это личность, которая оказала такое влияние, и пророчество его, единственное пророчество, полностью исполнилось. Donc, il dit, sa prophétie, c'est vraiment accomplie. C'est la seule personne qui... Это представьте, никто не может, так случилось. Le diable aussi a des prophéties. Le diable aussi prévoit des choses. Comme Saint Antoine l'explique. Le diable aussi prévoit des choses, mais il ne faut pas l'écouter. On говорит, что дьявол тоже предвидит вещи, но не надо слушать. Дьявол, он принимает вид ангела света, написано. Да, c'est marqué que l'ange il prend l'image de l'ange, de lumière. Но главное, царицу считали изменницей, у нее была вторая карта, и она передавала все данные немцам. Donc la tsarine, on pensait qu'elle donnait des informations aux Allemands. Но Временное правительство основало комиссию по проверке этих фактов. Временное правительство. Ils ont la commission à vérifier ces données. В этой комиссии был Александр Блок. Donc Alexander Blok, c'est un poète qui faisait partie. Ничего не подтвердилось. Il n'y a rien qui s'est confirmé. Она святая. La tsarine est sainte. Oui, pour la tsarine, ça c'est autre chose. Ça, c'est... Oui, que la queue. Effectivement, que la tsarine ait été accusée à tort, je pense que c'est vrai, elle a été accusée à tort. Non, on va dire que c'est l'обвинение. Да. Ну, что сделать? Я в своей жизни столько обвинений претерпел. Это уму не постигло. Il a connu aussi beaucoup de diffamation, beaucoup de...
l'accusation. В мой адрес ничего нигде нету. А потом власти снимают, говорят, ложное обвинение. Après les autorités le retirent et disent c'est une accusation fausse. Проверка кончилась, ничего нигде нет. То есть статью они убирают, ее нету, ищут другую. Après avoir analysé, ils l'enlèvent parce qu'il n'y a rien derrière. Il y a une nouvelle qui apparaît, une nouvelle accusation. Они мыслят шаблонно, стандартно. Ils pensent de manière banale. Вот. Я издавал катушки, начитывал. Il éditait les cassettes, les livres qu'il a lus. Я начитал полностью Библию. Donc il a fait la Bible complète. 12 томов Златоуста. Les 12 tomes de Chrysostome. 12 томов Жития святых Дмитрия Ростовского. Les 12 tomes de la vie des saints. 5 томов Добротолюбия. 5 tomes de Добротолюбия. Всего 50 томов насчитал. 50 томов. И распространял. Il est diffusé. Бесплатно. Gratuitement. Но власти мне пришили, что это делал я с выгодой. Mais les autorités ont dit que il faisait ça pour avoir quelque chose en fait. И по всему Советскому Союзу прошли проверки. Sur toute l'Union soviétique il y a eu des vérifications. И все сказали, он делал бесплатно, и с меня статью сняли. Tout le monde a dit qu'il le faisait gratuitement, donc on a retiré l'accusation. Ну дьявол клеветник. Le diable qui. Поэтому я это очень хорошо испытал на себе. Donc il l'a connu sur lui-même. Вот у нас детский лагерь, 42 года. Я его основатель. Это один православный лагерь был. Один. И вот он воспитатель 13 лет, 15, вот он воспитатель, старший. И все работают бесплатно. Спрашивают, зачем вы это делаете? Мы отвечаем, моя страна. Мой народ в грозной опасности. И мы все это делаем ради Христа. Они клевещут, он сам печет хлеб. Стирает. В бане ребятишек помыть. На коне, на лодках катать. За ягодами. Всему каждый день учить. У меня написано 3467 стихотворений. 3467. Примерно 80 он положил на музыку и сам играет и поет. И дети учатся через это любить Бога. Все стихи о Боге, о прославлении Его. Parle Dieu de la glorifier Dieu. А враги клевещут, это вы делаете с какой-то выгодой, а с какой не знаю. Les ennemis disent, vous faites ça pour quelque chose, pour avoir quelque chose en retour. И когда обыски у меня были, они не могли понять, как может человек жить в такой нищете. Et quand ils sont venus chez lui, ils ont dit, mais comment une personne peut vivre dans une telle pauvreté? Ничего нету, совершенно. Я даже ключ от двери убрал. И ко мне с вокзала люди приходили, кто хотел, и все ночевали, пили, ели. Il a retiré la clé de la porte, même les gens qui viennent de la gare, qui n'ont pas de domicile, qui s'arrêtent chez lui. И Господь находил людей. Я никому не советую это делать, очень опасно. Но мне Бог положил, я одно время так и делал. А сейчас я даже во двор не запущу. Donc il conseille à personne de faire ça, parce que c'est dangereux. Mais lui, Dieu lui a donné. Mais maintenant, il laisse entrer personne dans la cour. Donc Valentin va venir aussi. Donc, vous avez la voiture? Oui, mon père va nous amener. Ah, il vous amène, d'accord. Parce qu'on a qu'une voiture. D'accord. Donc, et puis le soir, on verra. Un beau gars. Ah, bon, mais quand même, parce que comme c'est tôt déjà. Il est à 7 heures à la maison? Oui. Мы были в Софии, а мы были в Софии. А, Валерий Ландиш Бошову. А, хорошо. Игнат Тихонович, встаньте в эту сфотографировать. Италии у них таких нет, поэтому мы сегодня решали так, все, бросить и возвращаться. Или идти по плану, уже где, что будет.
Но я избрал средний вариант. Мы оставили Швейцарию, и там Лихтенштейн рядом, решили не заезжать. А сегодня мы хотели в Бельгию, и внезапно сменили маршрут. Потому что просто мы не 800 километров мы мотать будем, а можем ничего не получить. Она дорога не дойдет. Ну вот к Валентине-то приедем, думаем, там, может быть, кое-что купят. Хотя бы генератор, что-то с ним неладно. Ну все в руки Божьи. Благополучно очень было в Лиссабоне, в Португалии. Это где у нас особенно такой. Попали как раз в престольный праздник. Меня сразу Виктор сейчас вот выставляет. Оставит здесь уже, чтобы передать Сергею. И Евгению, да, Евгению, да, Екатеринбург, который выставляет наши материалы. И вы на наш видеоканал заходите, и там все найдете. Что сказать, переживаний много. Представьте, ты среди чужой страны, и вдруг не движется с места. Деньги как вода летят, потому что они дороги платные, только заплатили. Если бы мы знали, то больше нам меняли. Но менять-то тоже это деньги надо иметь. Да. Если бы кто-то отсюда ехал в Россию, им все равно менять надо, мы бы сегодня прям могли бы обменять. Ну, Валентина, поговорим, с ней поговорим, если надо, кому едут, мы маленького. Нам главное вырваться через Литву, сначала через Эстонию, Латвию, моя духовная родина, и в Россию. В России там наши деньги. И тогда мы возвращаемся снова в Калугу, не Калугу, а районный центр, Владимир Кук, куда книги отправили-то. И тогда уже мы начинаем работать по северу, Санкт-Петербург и ближайшие области. Пока у нас ничего не меняется, конечно, у нас много времени ушло в английское посольство, там отняло. И тут два раза задержки были на таможне в Турции и Азербайджан. Нашей вины никакой нету, просто Господь испытывает. Самое большое свидетельство было именно в Турции, мусульманской. И открытые молитвы. Мы там стояли 12 часов, молились и молились, прям тут же, на их таможне. И там весь народ шел, и видели. Там были, вот это беседы были, да? Да, бесед там мало было в Турции, молитва. Это такое было, человеческого элемента почти никакого не было, только молитва и слезы. И вчерашнее, Господь повернул на сегодняшнее, даже не сравнишь. Бог учит нас довериться Ему. И потом, там облепили нас со всех сторон, требуют взятки, 600 евро, там то другое. А на следующий день нас просто вытолкнули, начальник и все. Все проверили, открыли и езжайте. И ни копейки не заплатили. А уже Афина тут свои тут. Спасибо. Ирина, помилует Господь. Мы дороги будем все поминать, молиться. Так что? У нас есть, где я живу, православный пророк. Он все предсказывает. Его прадед тоже был православным христианином, и он тоже предсказывал свое время. А что предсказывал-то? Так вот, этого православного пророка, который живет в нашем селении, зовут Виктор. И когда я показала ему фото своей подруги, с которой дружим с детства и в молодости, мы были соперницами в отношении одного мужчины. И показала ему фото этой подруги своей, и этот пророк Виктор сказал, что эта моя подруга была в интимных отношениях с нынешним моим супругом еще в молодости. В итоге я сейчас поругалась с подругой, разорвала с ней отношения с мужем. Было это эти последние дня три неспокойно, мы выяснили отношения с мужем своей. Подруга называет это бредом. Бредом. Ага. Она далеко живет от меня в другой стране сейчас, последние 10 лет. И муж тоже говорит, что все это полная чушь. А как ты думаешь, верит ли мне этому пророку? Не верит. Напиши. Ответ. Ответ. Не верить. Так. Святые советуют. Точка. Советуют. Что если даже и видел своими глазами подобное, то и тогда лучше не верить. Тире, сохранишь семью. Манька, в советское время, во-первых, я родилась в 62-м году, это мне мама рассказывала, что куда-то вот с моей бабушкой они повезли. Они из Горького сами, они, ну, моя мама из Горького. И вот они куда-то меня повезли на дом к батюшке,
ну, детально. И крестники. Простите, а вы вот в эту сторону бы сели, потому что окно, оно засвечивает, да, вот так. Как-то записали заочно они. Я знаю, я их один раз, может, видела всего. Вот, ну, в то время же, ну, как-то люди боялись. Там коммунисты, там с партии могли. Все это делалось как-то так. Вот. И как сейчас... сказала, крестили-то, какое имя у вас? Инна. Я не знаю, если честно, сейчас мамы нет, мама умерла. Инна – это мужское имя, вот в чем дело-то. Вас не могли крестить в него? Не знаю. Римма, спросите... Инна и Пинна – три имени, которые там одновременно казнили трех мужчин. Ну, спросить уже не было. А русский перевернулся, называет женщин именами. Но крестить в церкви не будут в эти имена. Их нет таких женских имен. Ну, так вот, а сейчас спросить-то некого. Кого сейчас спросить? Мамы нет в живых. Ну, вас можно Ирина назвать. Не знаю, вот этого я не знаю. Видите, сегодня кажется нам не в радость еще, но после наученной горьким опытом мы понимаем, что это было для нас. Вам понятно? Вот меня арестовывают последний раз, было 1986 год, 9 января. Я ни в чем не виновен перед властью. Арестовали, везут мимо городской елки. Играют дети, а я связанный уже, все. Я сижу, меня бросили в холодильник, в морозильник. 13 дней морозили. У меня бронхи как тряпка, я живу. Нормальный образ жизни. На эти вопросы отвечать. А как вы знаете вопросы? Я 50 лет непрерывно учился. Это тонны, не килограммы, а тонны литературы разные, советские. Я просто люблю это. А для дяди учись это. И поэтому ваш вопрос, он у меня уже где-то был, но сразу всплывает. Давай, Рада, по мнению своей. Ну, вот я хотела спросить про религию и общество. Вот как вас Евангелие изменило в отношении с другими, вот в обществе, вашу жизнь, вот как это... То есть, кроме христианства, меня ничто не могло изменить. Это стержень, это поток, это корабль. И как оно изменить может? Я Христа избрал. Но когда я уверовал, я занялся всеми религиями, какие есть, буддизмом, исламом, кришнаизмом, даоцизмом, все стал изучать. И стал ставить себе такой вопрос. Вот если бы я родился там, в Японии, и ничего бы не слышал о Христе, нашел бы я его или нет? Или я родился в исламском где-то в Афганистане или в Тунисе, а я говорю только про самого себя, нашел бы. А почему? Я все подвергал исследованию. И когда занялся исследованием в православии, а я православный, я увидел там столько ошибок, столько умышленных натяжек, столько привнесенного извне, это непостижимо. У нас 7 Вселенских и 9 поместных соборов. На них 989 правил, почти 1000 правил. Сегодня действующих 719. Этого никто нигде не знает. Это моя наработка. Я ими занимался канонами. И 413 из них каждый день нарушается. 57%. Ну и как же вы можете в такой церкви быть? Но я понимаю, что вот мы решили в нашей общине, у нас ни одного правила не нарушается. И все. А в секте, где бы я ни старался, я буду знать, что это не церковь. Хоть как я тружусь, у меня все под сомнением. А где церковь? Там, где есть священство. Вот рука и 5 отростков. Православие, старообрядчество, где есть священство. Вот он говорил, греческая церковь, он французская, это не имеет значения. Он рукоположен епископом. Католики, независимо от того, старые или новые католики. Григориано-армянская, армяне, апостолическая, коптская и сирская, все больше нет нигде. Вокруг этого все в зоне не церкви, потому что нет рукоположения. Я это определил и стал искать, а где истина? Истина там, где вначале был Дух Святой, где дошел до первого века.
Это было не 20, не 30 сект, сегодня 21 тысяча насчитывается, разных сект. У всех в руках Библия. Я тогда стал искать то толкование, то первое, когда церковь одна была. Ибо написано в Писании, я с вами во все дни до скончания века. Сегодня Христос вчера был, но сегодня 21 тысяча, перебили у кого он где. Но когда я дошел, исследуя вниз туда, первое, она одна церковь. Если его там нет, то его нигде нету. Этого быть не может, он обещал во все дни быть, и четверг, и пятница, и суббота. Это толкование первого века я стал искать, и мне его Бог открыл. Наш корабль остановился в Литве, в Клайпеде. И там были старообрядцы, я не знаю, как к ним попал. Я любил до того Слово Божие, любил, я его люблю. Как сейчас помню, он пригласил, такая у него кладистая борода, он работал на стройке, и у него две девушки, мне 23 года, ваш ровесник, да? И не две девицы, а я любил косы. Коса. Блин, и они с такими косами, русоволосые, сами вот такие красавицы. А я ничего не вижу. Мне показали блаженного Филакта. Я сижу, переписываю, корабль на ремонте. Я не успел там закончить даже четвертую часть книги, как наш корабль уже надо было уходить. Но я после этого еще 3 года поискал продолжение, или 2-2,5. И в Новосибирске нашел. Я переписал его, ну, конспект, потом перепечатал и по нему вел занятия в разных университетах. А потом полностью издал сам вот этот трехтомник. Вот этот трехтомник, ему нет аналога мировой литературы. Впервые за 2000 лет, ну, западные, это католики, восточные, православные, не было издано толкование на весь Новый Завет с полным, с откровением. Это впервые. Я не то, что я издал это, там... Я выделил определенные места о Слове Божьем, на них даю комментарии, добавляю из других, но толкование какое было, но остается, что комментарии, они отдельным шрифтом идут. Притом, никогда оно не было иллюстрировано, мы иллюстрировали. Первое издание у меня было черно-белым. Теперь вот несколько человек целый год раскрашивали Гюстава Доре, знаете, кто лучший иллюстратор Библии. И вот, вот оно у вас лежит на столе, теперь вы это имеете. Как? Именно так я исследовал все религии, все формы и нашел, что... А преподавали что в университете? Преподавали что? Ну, вот это география, это житийное, мировое искусство. Угу. Это не штатно, это вольно. Кто хотел, приходил. Я не за деньги это преподавал. За деньги я преподавал только 4 часа. Попросили преподавать бизнесменам. Я, как всегда, согласился, 4 дня. 2 занятия, по 2 часа, а друг меня вызывает и говорит, получите деньги, какие деньги? Ну вы же преподавали. Я уже 5 лет преподаю без денег. Я проводил только в одном университете, 17 лет, полное занятие, ни копейки не получил. Я для Бога делаю. Но этот ректор такой крутой, он меня заставил, иди и получи. Я пошел, там такая сумма, вот. Я говорю, как? Профессорская. Да как у меня вызывания никакого нет. А мы еще какие-то там накрутили, там чуть ли не Нобелевскую премию. Ну, я занятия вел, и бизнесмены, и ему очень понравилось, тем более были фильмы. Ну, мировой искусство, допустим, я глянул, картина какая. Я с этой картины начинаю, вывожу ее на евангельский сюжет. И дальше каждому человеку конкретно, называется экстраполяция событий. Ну, им это, конечно, близко, но я знаю, что это богатые люди, я их стараюсь побудить к добру. Я не просто знанием голову набиваю, я стараюсь, чтобы проникло это у них до сердца, прочувствовали. И перешло на руки, начали делать. И там один из них был, он понял это дело и помог мне достать тестомес в лагерь. Такая дежа, которая сама замесывает тесто. А Виктор стряпает. Вот, как по другим религиям, искать надо. Искать и проверять молитвы. Это нельзя самому сделать, это делает только Бог. Это тайная твоя молитва, ночная, перед Богом. Ты даже во сне будешь молиться. И сны твои будут, они тоже могут быть пророческими, показывают. Такое это требует. Вот еще сегодня батюшки призывают в золотой середине. Какой-то новый такой концепт, да, новая идея, золотая середина. Ну именно о чем конкретно это? Может вот быть, как угождать и обществу, например, и религии, вот между находиться. Нет, это между нет. На двух стульях не сидят, на одном. Кто Господь говорит не со мной, тот против меня. Кто не собирает, тот распущает. А как ты можешь быть
за или нет, ты должен обличать. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, не участвуйте, но и обличайте. Он не так поступает, я подошел ему прямо говорю, начальник матерится, я подошел его обличил. Он меня, да ты меня учишь где-то, не добился, он перестал материться. Пошел к вышестоящему начальнику, написал, ну коммунисты были тогда, они блядь, принимали. Ну просто надо работать делать. Вот православие, оно мертвое. Это религия обряда, религия традиций каких-то. Это все так ее понимают. А это глубина, это сокровище, это любовь. Люди этого не знают. Вот мне говорят сектанты, как вы все это знаете, в православии находитесь, это что вы делаете, себя губите, вы столько бы добра сделали. Я тысячу раз больше добра сделал, но это было бы не в церкви. Я в церкви, я на корабле. Там, где были святые отцы, все, мученики. И Серафим Саровский, и Иоанн Кронштадтский. Я на этом корабле. А свои же священники меня долбят и бьют. Но это их, они другого не умеют. И меня это тоже не касается. Почему? Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут, как неугодное Сыну Божию. У него такая планета, как говорится, роль выпала ему. Это роль, как Шекспир говорил. Мужчины и женщины, жизнь, это сцена, на которой мужчины и женщины выполняют свою роль. Мне выпала роль нести пророческое слово. Я это выполняю как могу. Нахожусь вот во Франции сегодня. С Жанной думали мне встретиться, она как работает, как печатает, только пальчики бегают сегодня. Все ответили. Все разметало мне. Благодарен. Мы уже договорились из Англии, из Греции, сейчас уже с ней переговорили, из России, из Германии. Все. Ну сколько там было, от ответов дали. И никого не обидели. Один сильно тронул, у него было там не своя собачка, которая его признала за хозяина, бродящая. Но видно, что она не бродящая. А потом он ее отдал. Я говорю, сейчас с горькими слезами плачу. Как я мог так отказаться от нее? Это для меня она была. Ну, помолите, чтобы мне как-то забыть это дело. Вот она сама печатала. А я-то с собаками вожусь всю жизнь, я знаю это как. Вот она, какая ваша собака тут? Все сравнивает это. А вы ее любите. И она ходит, как будто... Потом пробежала, ткнулась, ну, не приучен у нас, столу-то нет. Она на секунду тебя отвлекла от твоих мрачных мыслей. Она любит тебя такого, какой ты есть. И ты погладила, и у тебя, как говорится... Взяли с приюта ее, с приюта. Поэтому на вопрос отвечаю так, искать надо. Я бы нашел. Почему? Я нашел в этой вот тьме, я нашел истину. Я эту истину преподавал в разных университетах, толкование красный, который трехтомник. А потом сам вот это издал. В частном порядке. Я скажу, что мое издание вот это лучшее, самое хорошее по 8 параметрам. Вот там симфония есть на жития святых, на жития святых. Я ее лет 5 готовил. Симфония на неканонические книги, но это уже для богословов. Я скажу, что вся в мировой практике такой нет. В общем, я делал сознанием дело. Все остальные непрофессиональные. Поэтому трудно искать. Если по одному слову можно найти. А как? Семинарию кончают духовную, академию. А зачем кончать? Для того, чтобы вы могли оправдать любое беззаконие. Вам оно ничего не надо. Так. Садитесь, сразу посетите. Я Виктора приглашал, он говорит, только с Николаем. Да, правильно, брат. Вот брат поддерживает меня всегда. Спасибо Христос, брат. Так, ты настоящий брат. Сейчас будем с отцом вопросы решать. На кто снимать-то не будет? Да я сниму, а потом. Ну там поедешь без Николая. Конечно. Да может не снимать, потому что на французском там. Ты Фабрис, он смотрит так футбол, это он футбол сейчас это же. Конечно. Чемпионат мира. Ай, он. Он у нас не. Ну, верующий. Ну, как, да, ну можно сказать так. Вот сколько, 12 лет мы живем, вот. Не надо, Геннадий Тихонович. Пусть человек в футбол посмотрит, да, он... чемпионат мира. Как? Вот он, у него вопросы, мы уедем, чемпионат мира. Но иди спроси, Жан. Попозже немножко. Ну, как французы, они немножко вот мало верующие. Вот из французов попозже, мало. Попозже немножко. А вот Виктор Гуго описывает глубоко верующих Жан в отверженном. А что это за фильм? Мизерабли это. Отверженные. Как?
это, вот представьте, что я столько читала, занимался, учился, мне ничто нельзя было. Этот фильм меня ударил, как он высек из меня молнию буквально. Я пошел это к книгу фильм нашел. Про верующего человека, да? Да. Да. Как обратился в интернете можете найти отверженный. Я вот не смотрю. Есть он 19 лет на каторге был. И потом мэром его избрали. И как он трудился, и потом поймали человека, на него похожего. И осудили как его. И он пришел на суд и открыл, это не он, это я сделал. И дальше начинается эта история. В какое-то время? 19 век. Он описывает отдельно, там 13 глава написана в скобках, о монастыре, о душе, о молитве. Виктор Гюго, сам-то он масон. Надо почитать. Вот такие, как Виктор Гюго, таких только два человека было при жизни, которым воздавали славу. Вот как он стоял на балконе. А толпа шла, приветствуя его. 6 часов непрерывно шла манифестация. И Крылов, только 2 человека таких было. Так любили их люди. И вот фильм показанный, это французская и германская киностудии поставили. Но потом они в конце, видимо, в Советском Союзе, я много об этом говорил, и там отрезали это, и нет, кадра нет. Когда он лежит умирающий, и они стоят и... Отец, как много ты страдал, так глаза поднял и распятие вот так с угла на угол. Нет, это он, великий страдалец. Представьте, это Жан Габен говорит, как, какая фигура, какой монумент буквально. Я думал, больше никогда не встречу такого человека, как он весь вот такой. И как он говорит, домкратом его называли. Это сила неимоверная. И епископ, как вот этот, как он епископа украл, канделябры эти, и поймала полиция, вернули. Он говорит, друг мой, так я тебе их подарил, и полиция его отпустила. Он говорит, я тебе подарил. Она ей говорит, я покупаю у тебя душу. Ни один человек больше мне в жизни не встретился, который на этом фильме нашел бы Христа. Почему я искал? Меня уговаривать не надо было, мне только... Одно слово надо было сказать. Оставили Евангелие, эти, где я обратился в Венспас. Они заходят уже, там через полчаса я уже там 8-9 главу читаю. Каждому слову поверил. Это жаждущая земля раскрылась, и я встретился с моим Христом. А скажи папе, он может решиться не смотреть. Пусть мы посмотрим. Мы 12 лет, вот мы его зовем. А? Хотелось бы, чтобы он услышал о Христе. Что в церковь его, ему не интересно стоять, наверное, все, он не понимает ничего. Вообще ему ничего не интересно. Он был католиком, его крестили, 12 лет он ходил. Ну, французы они все такие. Молитва. Молитва все сделает. Но молитвы добавят и ваш образ жизни. У вас скудный стол. Так гостей не встречают. Обычно тут горой продукты. А для меня это как раз. Конечно, до того мне угодило, что ничего нет. Финики и хлеб черствый, я его кое-как размочил. Это моя еда. Я любой сначала хлеб сделаю черствым, как медведь убьет, сначала проквасит там, а потом ест. А для меня это как раз. Я еще больше полюбил вас за эту бедность. Жан, сейчас пост, я не знаю, что готовить. Пост, и все, это мне все по душе, понимаете? Каждая ваша улыбка, она гладит, лелеет и любит. Ну что, сам я разговаривал, с Леной она, Башко переписывалась, там Национальная гвардия у них. Она, я сейчас Башко что мне написала, прочитал. Она меня вышла. Написала? Да. Ну еще они там, это славянство. Воюют там не по-детски. Воюет, говорю, не по-детски. Патриарх, она говорит, где-то это, выступил и сказал, призвал молиться за Украину. Какой патриарх? Ну, наш такой, Кирилл. Кирилл, а ты в этом выступил и сказал, джейки собак, чем больше убивать, этим лучше. Олейка, не так может. Так. Боже, а как чем кормить? Нет иного Бога, кроме тебя. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Николай. Вот сейчас мы разговаривали, и говорит об общежитии, которые живут здесь. Машины что-то не так, что у вас? У нас GPS кто-то, ну GPS это навигатор. Навигатор уже стащили все. Год тому назад у нас был новый, и Фабрис, он такой рассеянный, он оставил. И странно, что машина закрыта, все, поехали за Жанной в Реймс, она в Реймсе училась.
Ищем этот навигатор, нету. Просто у нас вот тут же, как объяснить, это фойе. Наверное, бывшие тюремщики живут. Там одинокие такие вот. И странно, как они... И машина закрыта. И вообще какая... Ну, это специалисты свои. Это легко все делается. Открыли, закрыли. Больше ничего не взяли. У нас подобное тоже было. Барабаша Игоря. Кое-что стаскали в городе, причем моментально, только пошел в магазин. Еще? Да, просто у нас молодой человек тоже собирается в монастырь в нашем приходе французском. Хотелось бы, чтобы он приехал, конечно, далеко живет. Пусть на мой форум зайдет. Он француз, он не понимает. Я понимаю, перевести ему, пусть так и его кто-то. Оттуда переводишься. Я пыталась. Мне говорил, вот Иоанн Креститель был, жил в пустыне, все, я говорю, но он же проповедовал другим. Да он проповедовал, да. Люди каялись, а в этом глаза этого не видели. Андрей Кураев говорит, итак, ты решил пойти в монастырь. Слушай внимательно. Не перечь. С сегодняшнего дня у тебя никаких прав нет, ни рубля. Ни на книжке, нигде. И ты будешь делать то, что я тебе скажу, я твой настоятель. И на тебя будут плевать и ноги обтирать. Если ты что-то не так скажешь, я выгоню тебя, и ты бомж будешь. Итак, ты согласен пойти? Это твои права, я заявляю. Андрей Кураев это знает. Это полное, абсолютное, тоталитарное бесправие. Это даже хуже, чем при колхозах было. Никуда. Даже разговаривать нельзя за столом, нельзя, когда идут в монастырь, нельзя получить посылку. Тебе передачка приходит, даже в ГУЛАГе было получено, здесь нельзя. У меня монастырские уставы, все опубликовано, 7-8 том лежит у вас. Посчитайте, жития святых. Так, все, ребят, кормите, я ушел.